Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами опять отправимся в Оптину пустынь. Ждет нас там, может быть, самый радостный старец среди всех оптинских подвижников. Ведь не случайно в монашеском постриге дали ему имя Илларион. Илларион в переводе с греческого означает «радостный». Монашеское дело наше – смириться да поклониться, да попросить прощения. Эти слова неустанно повторял он всю жизнь. Сердиться отец Илларион не любил, да и не умел, хотя много лет и начальствовал над всей братьей. Родился он в ту самую светлую ночь года, когда люди во всех православных храмах поют торжественное «Христос воскресе». Эта сокровенная радость Святой Пасхи, очевидно, не покидала его ни на минуту. С малых лет в отроке Родионе, так звали преподобного Илариона до принятия монашества, виделось что-то особенное, почти небесное. Даже родная мать, когда было ему всего 7 лет, невольно призналась: «У меня такое чувство, что будешь ты монахом». Почему она так сказала, один Господь знает. Но что сказала она, то и сбылось. Хотя и не скоро. Долго занимался Родион Никитич и портняжным делом, и обучением рабочих церковному пению. А в городе Саратове, где в середине 19 века было много староверов и сектантов, он изрядно поспособствовал тому, чтобы многие из них вернулись в православную церковь. Вроде бы все шло хорошо, а в душе у него теплилась мысль о монашестве. Он сам впоследствии вспоминал: «Хотя мы и богоугодно старались жить, но чувствовалось мне, что мы все еще не так живем, как бы следовало, что монахи живут лучше нас». Поэтому к 35 годам его охватило сильное желание искать спасение на поприще иноческом. Много объездил он монастырей, и только когда переступил порог Оптиной пустыни, словно гора свалилась у него с плеч. Вот, наконец-то нашел. Поступил он под руководство преподобного старца Макария. Пристально всмотрелся старец в своего ученика и, наверное, прочел в его глазах немеркнущий пасхальный свет, потому и дал ему послушание прямо-таки праздничное. Инок Илларион должен был ухаживать за монастырским садом и разводить цветы. С той поры весь оптинский скит начал утопать в благоухающих розах и лилиях. После кончины старца Макария отец Илларион стал духовником всей обители. «Вы пришли сюда душу свою спасти. Будем же помогать друг другу и стараться быть примером для младших», – учил он братьев. А эти младшие иноки были подчас нетерпеливыми. Однажды двое из них сильно поссорились и пришли к отцу Иллариону, чтобы обвинять друг друга. Тот внимательно их выслушал и сказал: «Из ваших слов выходит, что вы оба правы. Ну что ж, остаюсь один я виноват». С этими словами повалился он им в ноги и смиренно попросил: «Простите меня, Бога ради». Этот поступок главного духовника обители так сильно тронул души иноков, что они немедленно помирились и обещали больше не вздорить. Если чувствуешь, что разгневался ты на кого-то, то молчи и ничего не говори, пока сердце твое не успокоится. Так наставлял отец Илларион духовных чад. И действительно, год от года становились они все добрее и мягче. А уж сколько мирских людей приходило к нему за советом и утешением, и вовсе не сосчитать. Святой Илларион приставился ко Господу серым и ветреным сентябрьским утром. Мелкий дождь моросил уже несколько дней, но когда тело почившего старца понесли на отпевание, небо внезапно прояснилось. Ветер утих, и наступила такая удивительная тишина, что ни одна свеча не погасла. Да и среди братьев угрюмое настроение вдруг сменилось какой-то небесной отрадой. «Так бывает только на Пасху», — говорили многие. Как видите, друзья, мог преподобный Илларион подарить своим инокам Пасху и в дождливом сентябре.
Ведь душа его была кристально чистой, и в ней ясно отражался свет Христового воскресения. Да хранит вас Господь, дорогие друзья, молитвами святых оптинских старцев.